Добрый день еще раз. Здравствуйте. Еще раз. Хотелось бы объяснить, что мы уже сегодня виделись, поэтому здороваемся снова. Анатолий Эдуардович. Здороваемся, но не обнимаемся. Да. Анатолий Эдуардович, хотелось бы, чтобы вы представили своего собеседника. Я думаю, всем зрителям будет интересно. Ну и сам Михаил Александрович рассказал бы о цели встречи с вами. Ну, это мой друг Михаил Орлов. Приехал из далекого Берлина, хотя он крыномичанин. Да, и живет там уже более 20 лет. Так, это, можно сказать, корифей ТРИЗа, теории решения изобретательских задач. Он написал массу монографий, книг обучающих, обучил тысячи людей изобретательству, так. И мы с ним как бы пресекались и общались еще в далекие, наверное, 80-е. Да, я помню, это самое, да, когда я тоже использовал теорию решения изобретательских задач, в том числе для вот оптимизации общепланетного транспортного средства для выхода в космос. Ну, там, да, это очень такое серьезное инженерное решение. Да, там без ТРИЗа такие сложные вещи делать невозможно. Так? Ну а Михаил просто периодически приезжает в Минск и пришел в гости, и в том числе посмотреть, как мы за год продвинулись вперед, да, по сравнению с прошлым годом, когда это было еще на замке у нас был, да, там офис. У нас было меньше 100 человек конструкторов, сейчас уже больше 150. Тогда мы еще не строили экотехнопарка, сейчас мы строим Мариной горки. Так что, ну, я слежу. Я вот и хотел спросить, поскольку, естественно, видел интервью, которое было снято, если не ошибаюсь, 21 мая прошлого года, вот, чуть больше прошло, ваша оценка технической составляющей и финансовой, инженерных всех параметров крайне ценна для нас. Но тогда вы ее давали, основываясь на чисто теоретических предпосылках, как я понимаю. Вот за год уже от теории мы перешли в практике вовсю идет строительство экотехнопарка, и более того, осенью планируется уже сдача первой очереди его. Хотелось бы, чтобы вы, не повторяя того, что говорили год назад, сделали свои вопросы. Вопросы другая, уже повторить не получится. Да. Там другие вопросы были. Сказали, какие вы сделали поправки за это время, потому что вы что нового? Ну, на самом деле, я приехал проконсультироваться как раз Анатолию Эдуардовичу и предложить ему какие-то вот перспективы продвижения транспорта и, может быть, участия в других работах, которые заказчиков я тоже заинтересован привлечь сюда, вот этим я занимаюсь. Поэтому я получил ответы на мои технические вопросы, это принципиально важно, иначе я не могу нормально разговаривать. То есть, если я ничего не знаю, я должен это узнать, тем более с первых рук. Вот. Что касается финансового состояния, мы можем, в общем-то, в основном я наблюдаю сайт, движение по сайту, технические тоже в основном. И то, что стройка, как она развивается, у вас очень хорошо организовано. Кстати, такой, у вас фактически бюллетень. Вы все время выпускаете, вот сделали то, построили это, протянули вот это, то есть в Мариной горке. Стараюсь. На сайте все есть, это очень ценно, потому что, ну знаете, одно дело голословно, а другое дело, когда люди говорят, вот фотографии, вот приехали оттуда, вот видите, там уже вот дерево посадили, там вот строится, там котлован готовится, под то-то. Между прочим, это история. Да. Делается история. Фиксируем историю, да. Да, слава богу, что вы это понимаете, и техника уже сейчас обеспечивает. Все нужно снимать. Меня все время ругают, что я фотографирую постоянно, у меня фотоаппарат лежит, а потом мне семья всегда говорит, пап, спасибо, снимал. Там японские туристы. Да, они так меня обзывают все время. Пап, ничего ты как японский турист. Так вот, конечно, ясно, что вот направление получило совершенно новое качество сейчас. Это очень важно. Потому что инженерный потенциал, интеллектуальный потенциал, концептуальный потенциал, колоссально. Мы с Анатолием обсуждали это многократно, да, я больше его слушал, конечно,
кое-что понимаю, так скромно выражусь. Ну, давайте доктор наук, но я думаю, технических наук, ну, я должен понимать. И поэтому, конечно, да, конечно, я видел, что... Понимаете, что интересно? Вот есть просто развитие техники, то есть развитие внутри какого-то вида транспорта, да, это нормально, это естественно, или технической какой-то концепции. А вот здесь получается смена нового вида... Новая парадигма, можно сказать. Ну, парадигма в любом случае, да. Новый уклад технический. Будущий сетевой. То есть как сетевой информационный, так и сетевой транспортный. Ему альтернативы нет. Даже с точки зрения ТРИЗ, это вот очень важно. У меня сейчас... Гиперлуп с его вакуумом. Это я... Ну, это тоже неплохо, но это да. Все-таки немножко не то. Не то. Это... Будем... Будем как, отдадим как, маску. А как ты сеть создашь с вакуумных трубок? Да нет, как ну, ты не серьезно. Ну, о чем разговор, естественно. Вот, поэтому транспортная сеть альтернативы нет. Вот что очень интересно, технической альтернативы нет. Уникальное решение. Вот один раз его можно было изобрести, и потом уже дальше оно развивается. Но повторить уже нельзя. Можно только его внедрить и реализовать. Это очень интересная вещь. То есть именно это создание вот такого уклада. Вот это. Может быть, у вас какой-то есть совет нашему проекту Анатолию Эдуардовичу? Нет, я думаю, что надо у него теперь учиться, как он выстоял. Это очень жаль, что на одного человека столько в судьбе сваливается, и во всех смыслах, в том числе физического выживания. Вот. А с другой стороны, он-то знает точно, как и я уже давно знаю, и Эльшуэр об этом написал отдельную книгу, что если ты берешь на себя такую миссию, то будь готов к невосприятию, к отсутствию какой-то скорой поддержки, точно быть не может. Это нереально. Дальше, это и не 5 лет, и не 10 получается. А у него это еще больше, чем у меня. У меня, допустим, я 20 положил, а он, допустим, 35. Больше 40 уже. Больше. Вот и все. Вот это реальность. Я хочу назвать вам книгу, в которой это все для нас с ним написано. Значит, в 1994 году один единственный раз было издано, и только в Минске, заметьте, даже почему так получилось, она была только в Минске издана, книга Альтшулера и Вёрткина. Вёрткин Игорь Михайлович, автор, живет сейчас в Англии давно, он все оставил. Преподает, не преподает, это работает с ТРИЗом, но на одной компании большой. Книга вышла «Как стать гением». Страшная вещь. Они исследовали 10 тысяч биографий. И все 10 тысяч драматические и трагические. И он составил шахматную партию, как гению выжить. Что на? В виде шахматной партии. У тебя про тебя там все написано. Только в имени. Вот и все. Как стать гением. Книга не издана на английском, не издана ни на одном другом языке. Будут деньги, я не издам, переведу на английский, не издам. Очень интересно. Коммерческая идея, если хочешь. Переводи на английский, права я сделаю там, и издавай. От, я, кстати, об этой книге не первый раз слышу. Надо посмотреть. Да. Это вообще, ее читать без слез невозможно. Я когда писал вот «Истоки ТРИЗ», вот там, где о тебе написано, да? И вот в эту книгу вошла. Коллеги, хотите оставьте записи, хотите нет. Но когда я почитал биографии наших самых выдающихся людей, и того же Королева, и того же Циолковского, и очень многих других, и что было в 30-х годах в конце, ребята, вы взрослые люди, но я плакал. Понимаете? Ни одну нормальную семью вот с гениальными людьми, это цвет Отечества. Ни одно не минуло, ни репрессий, ничего что-то вот такое. Вот это отдельная тема для меня, я еще должен подумать, потому что-то хочется в этом поисследовать. Я просто плакал. Потому что я выбирал, кого оставить, но оставлять все было немножечко. Вот все. Михаил Александрович, Михаил Александрович, хотелось бы вас поблагодарить за такую интересную беседу и в ее завершении пригласить вас в экотехнопарк осенью для того, чтобы стать свидетелем начала триумфального шествия технологий Skyway по миру. Спасибо большое. Эдуард Анатольевич мне как раз это и сказал. Будет, говорит, время, обязательно приедет.
Thank you.